Всем привет, с вами канал «Все для огорода», анкерные клини. Вот. Как он состоит, из чего? То есть, здесь просверлено отверстие полностью, и здесь разрезано, и здесь вот такие насечки даются. Вот. То есть, когда просверливаете в стене, ну, здесь надо победитным сверлом сверлить, бетонной сверле, бетонной стене просверлили какое-то отверстие, то есть просверлили отверстие, вставляется анкерный этот болт, анкерный болт, туда в отверстие вставляется, и вот этим гвоздем забивается, то есть он так забивается, а здесь он гвоздь сюда доходит до конца и немного расклинивает, то есть уже этот анкерный болт никуда как бы из стены вы это самое не вытащите. Вот, и сюда уже наворачивается что-то, какая-то конструкция, то есть какая-то, может быть, уголок какой-то закручивается и держится очень прочно. То есть это называется анкерный болт. Они бывают разного диаметра, то есть это самый маленький, бывает больше, бывает даже вот где-то на 1 сантиметр толщиной примерно, 10 миллиметров, вот, и длиной бывает там сантиметров 15, такие анкерные болты. Вот и анкерные болты. Здесь видите, один такой анкерный болт под, ну, даже под диаметр, видите, даже меньше диаметр. Вот здесь, видите, у них диаметр разный. Вот. Вот анкерные болты. И вот здесь вот этим гайкой шайбой закручивается к стене какой-то уголок, скажем так. Вот. Вот. То есть, если что-то делают. Вот эти вот при помощи анкерных болтов крепится к стене какой-то уголок или там навес над крышей, там кто-то делает, может быть, у кого-то, ну, кто-то живет там на последнем этаже, а там навеса нету. То есть вбивается таких три, сверлится в бетоне три отверстия, хотя бы три, вот. Вбиваются такие анкерные болты, и уже к ним прикрепляется вся конструкция навеса над лоджией там или над балконом на верхнем этаже. То есть делается какой-то козырек, чтобы вода не на эту лоджию или балкон не текла. Вот. И делается такой навес. И крепится при помощи таких анкерных болтов. Вот я еще там один подготовил, просто не нашел. Вот, ну, вот примерно вы знаете, какие они. То есть здесь вот этот не вытаскивается, тот раз вытаскивался. То есть это вот он вытаскивается сам по себе, вот этот гвоздь, он вытаскивается. Вот. Он примерно не доходит, вот примерно до этой части, вот до этой, вот где-то здесь насечки есть. Вот. Когда он вставляешь в отверстие, молотком вот этот забиваемый кувалдой сюда, он входит, и вот это вот, где вот эти насечки в бетоне, они расходятся. И он как бы за счет вот этих насечек с бетоном, он у него жесткое крепление. То есть очень жестко закреплено. То есть его даже трудно выдернуть, как забьется вот этот анкерный клин. Блин. Это обычно клин называется. Или вот этот сам болт, это анкерный клин. Туда забиваешь клин. Здесь расклинивается в стене, и как бы уже можно крепить под эту резьбу какие-то уголки или там стальную полосу какую-то прикреплять. Вот. Это вот называется анкерные болты. Спасибо за просмотр. С вами канал «Все для огорода». Всем пока-пока.